Что случилось? Что за диво? Все вдруг стало электронным. На доске интерактивной мы выводим буквы ровно. Наше прошлое мы оставим, все бумажные завалы и оценки мы поставим в электронные журналы. Стало больше достижений в прошлом, каменная эра. Продуктивные идеи вносят благосферу. Незнакомым мы со скукой правим теги и сайты. Подключаем диск нетбуку, мало диск и терабайта. Утро, кофе, кнопка, комп, почта, лента.ру, Озноб, Одноклассники, приветы, свежий статус, бронь, билеты, офис, жир родного края, точка, доступ, нет Wi-Fi, возвращение, класс, планшеты, сеть, настройка интернета, время, ИГТ, маршрут, школа, радио, салют. Гомокомплекс, кабинет, камера, доска, проект, информация, фреймграф, 36 часов, Минздрав, хобби, мохтик, речка, лес, лента времени, прогресс, воскресенье, туслет, жизнь, игра, места, полет. Индексируй картинки лишь с хорошими листями, ответим всегда прекрасен, если борешься в окошко. Прежде чем дети получим, тренируемся на кошку. Где бомбаем шерсти яркой, где добавим лишний усик, ярких пикселов оставим, чтобы кошек видел тузик. Пусть порадуются с нами и желают понарошку. И не важно, что в 3D он и размером он с ладошку. Буду я вести урок с доской интерактивной. Он пойдет, ребята, прок, он ведь не рутинный. Доска это просто классно, нам интересно. Только вижу в первый раз такую, если честно. Подойди к ней сражава, вспомню все, что знаю. Тыкну пару раз куда-то, может, не сломаю. Ничего вдруг слышу с парты, не переживайте. Если что, перезагрузим, печь не сломайте. Ты на народе, у меня на сайте вроде. Только уж пароль не вспомнить, и его мне не дополнить. Посвятит воспоминаниям, компетентности признанием, точкой моего счета для разряда и полета. Заполняют два журнала электронные, такой школа до меня не знала, что же такой живой. Не люблю писать отчеты и характеристики, пусть их лучше сочиняем заучи лингвистики. Перемена, нету места в кабинете, круг мальчишки с взрослым запросто покажут. Ненасвистанная книжка. Девчонки нас научат, а ВКонтакте нам общаться. Потом попьем мы чай, чтобы быть, а не казаться. А потом споем мы песню, адресованную другу. Как и прежде в интернете ходит песенка по кругу. Выйдем мы из душных комнат на одни и те же звезды. Поглядим и засмеемся, в хором детства, несерьезные.